Дорогие рукодельницы, хочу сегодня вас пригласить создать со мной вот такую красивую ажурную кофточку, которая вяжется на одном дыхании. Надеюсь, что мой мастер-класс вам понравится, и вы свяжете для себя вот такую необычайную, красивую, нежную красоту. Давайте уже приступим. Приглашаю вас к просмотру. Чтобы связать вот такой красивый узор, не хуже, чем у Кучинелли, я набрала на спицы, точнее, я взяла спицы четверочку в правую руку, а в левую руку 3,5. Так для меня удобно вязать именно хлопок. Это лайфхак для тех, кто точно так же, как я, протыкает пальцы себе. Итак, вот, я нарос 128 до 140, набрала 220 петелек. Ниточка у меня здесь Газал XL, Baby Cotton. Цвет здесь, ну, в принципе, это не обязательно. Вроде может каждый любую расцветочку взять. 34-51. В 50 граммах у нас здесь 105 метров. И я решила набрать именно это количество петель. Ничего не вымеряла, не смотрела. Будет меньше, подарю. Не будет больше. Будем носить с удовольствием. Сейчас оверсайз очень даже круто. Поэтому сейчас изначально, разделив полотно, петли на две части, 60 и 60, это у нас будет, 60 говорю, 110-110, это у нас будет 220 петелек. Все отметив, собрав все в кольцо, я провяжу один ряд изнаночный. А потом к вам подключусь. Я провязала целый круг изнаночными петельками. И теперь делаем вот что. Я сейчас провяжу 22 раппорта этого узора. Потом, после того, как провяжу, я сделаю разворот, захватив отсюда 3 петли. Сделав разворот, я начну вязать по изнанке, и уже по изнанке я также захвачу с этой части. Но перед этим я должна разделить спинку. Например, вот у меня здесь 20 петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я обозначу маркерочком 20 петель здесь и теперь положим так полотно, например, наше, 20 петель. Я должна 110 петель отсчитать на спинку. Вот, я просто обозначила здесь 20 петель. Затем я разделила полотно равно, чтобы было у меня 110 попереду петелек и 110 по спинке. Для чего я это делаю? Чтобы не запутаться во время ввязывания спинки, чтобы у меня было равномерное добавление. И уже когда я дойду до переда укороченными рядами, я здесь также оставляю 20 петелек, которые я уже потом я буду с каждой стороны прибавлять, и когда здесь останется у меня 20 петелек, я уже полностью начну вывязывать рисунок. И тогда у меня будет по спинке такого... Спинка будет намного длиннее, чем перед. Давайте начнем первый раппорт нашего узора. Одна лицевая, накид. Так, 3 лицевых, 2, 3... 3 вместе лицевой наклоном влево и 3 лицевые, накид, 1 лицевая и продолжаем накид, 3 петли лицевых, 3 петли вместе с наклоном влево, 3 петли лицевых. И здесь у меня уже заканчивается. И я буду дальше вязать по рисунку. Накид, 1 лицевая, чтобы не испортить рисунок.
Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот видите, раппорт узора 10 петелек. И чтобы не испортить мой рисуночек, я захватываю петлю, провязываю так. Один, два, а третью я уже снимаю, обвиваю ее, одеваю обратно и вяжу по изнаночной стороне, по рисунку. И так каждый раз мы будем захватывать по 3 петельки. И когда уже соберется по 10 петелек лицевых, то мы уже будем добавлять узор, раппорт узора. Но этот раппорт узора вы будете добавлять лишь в том случае, когда вы вяжете 8 рядов самого основного раппорта, чтобы у вас не было потом сбивания, чтобы вы не сбились при вывязывании узора. На черном полотне это не так заметно, вот эти лицевые. Так, вот у меня здесь лицевая, и здесь мы уже захватываем 3 петли. 1, 2 и 1 петлю снимаем. 3 петельки. Вяжем дальше. Вяжем уже так. Я должна здесь вязать 2 петли лицевых, которые пока что не входят в узор. Давайте ее отмечу, чтобы не запутаться. Теперь дальше вяжем уже по узору. 2 петли лицевых, накид, 2 лицевые, 3 петли вместе лицевой наклоном влево, 2 лицевых. Я хочу просто вам сейчас изначально показать сам принцип вывязывания такой глубокой спинки. А узор основной вы уже видели. Если хотите, вы можете просто возле себя держать схему узора. Так, я провязала здесь 3 лицевые, накид, 2 лицевых, 3 петли вместе лицевой, 2 лицевых, накид и 2 лицевые, которые это наш узор. Но, так, я его обозначу тоже, чтобы не потерять и не сбиться. Здесь у нас добавлены 3 петельки. 1, 2, 3. Эту вы знаете, как провязывать укороченную петельку, которая обвитая. Я, конечно, у меня иногда бывает это сложно, но я не переживаю по этому поводу, а вяжу просто в таком варианте. Вот сняла и провязываю вместе. Вот в таком плане. Вяжем дальше, захватываем еще раз 3 лицевых, вот 2 лицевые, а одну мы снимаем, обвиваем и вяжем дальше по изнаночной стороне, вяжем все по рисунку. И дальше вяжем по рисунку. А те добавленные петельки, мы их в раппорт узора не добавляем, пока не наберется у нас с добавленных 10 петель. Но основной раппорт узора, который здесь находится, здесь 8 рядов высоты, мы пока его не провяжем, эти петельки мы не добавляем в узор. Вяжем их только лицевыми. Так. 3 лицевых, накид, 1 лицевая, 3 петли вместе с наклоном влево лицевой, 1 лицевая, накид, 5 лицевых, накид, 1 лицевая. Уже здесь не так сложно. Если схема под рукой, то вы можете смотреть, ориентироваться по ней и вязать. Главное вам не сбиться и не добавлять новые петельки, которые вы добавили по бокам.
Пока, дорогие мои, вы вяжете сами, а чуть позже я к вам присоединюсь. Каждый раз добавляете по 3 петли и провязываете это все, пока не вывязываете вот этот весь дополнительный узор. Я когда провяжу сейчас 8 рядов, я подключусь. Сделали, захватили 3 петли, одну обвязку. Чтобы у нас здесь тоже получилась вот такая как бы пирамидка. Смотрите, вот это у нас лицевая, которая изначально вяжется по узору, вот это. Значит, мы должны рассчитать как? У нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 11 петель. Ну, эту я не считаю, которая у меня обвитая. Поэтому, смотрите, вот лицевая петля, которая входит в узор, здесь, значит, у нас начинается накид. Поэтому, вот я считаю так, накид, 3 лицевых, 3 петли вместе, 3 лицевых. И вот тут у меня будет накид и вот одна лицевая. Значит, я сейчас просто провязываю после обвития одну петлю лицевой. Она не входит в наш узор. И затем я переставляю маркерочек так, чтобы не сбиться дальше. Вот, я одеваю маркер и теперь начинаю первый раппорт узора. Одна лицевая, накид, 3 лицевых, 3 петли вместе лицевой с наклоном влево, так, 3 лицевых, и вот моя лицевая петелька, которая будет сейчас участвовать в узоре, накид, и все, начался у нас новый раппорт узора. Также будем делать и по этой стороне. Вот. Лицевая, 3 петли лицевых, 3 петли вместе с наклоном влево, 3 петли лицевых, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 петли лицевых, 3 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевых, накид, лицевая. И теперь сейчас я снимаю. Так, маркер я сняла, чтобы включить уже новый раппорт узора. Накид, 3 петли лицевых, 3 петли вместе с наклоном влево, 3 петли лицевых. И видите, тут у меня уже 3 петельки остается, одна обвитая. Добавляем накид, лицевая и закрываем. Обозначаем маркером и вяжем вот лишнюю вот эту петельку. Теперь обвитую петельку провязываем и добавляем еще 3 петли. 1, 2, 3 обвиваем, а дальше уже вяжем все по рисунку. И так каждый раз, когда у вас по спинке будет провязано 8 рядов раппорта, а с этой стороны у вас будет добавлено и уже будет точное количество петель, которое должно входить в узор, вы потихонечку вяжете так, как делаю это я. Когда я уже дойду до этой части, более ближе к переду, я еще подключусь и покажу вам, как я вяжу дальше. Я вам сейчас покажу, на какой стадии я уже. Так, на данный момент я, по идее, вяжу изнаночную сторону, так как я укороченными рядами пришла к этой части, к тому месту, где я выделила именно середину, чтобы у меня был как бы в середине вот такой прямой отрезок, так как, ну, чтобы у меня не было вот такого V-образного, чтобы было красивое у меня, красивые дни спереда, чтобы не шло там треугольником. Поэтому вы можете, конечно, уже сами выбирать, какой вам вариант нужен выреза по низу.
для меня лично этот вариант идеален. Поэтому я дошла до моей обозначенного маркера. Здесь я вот еще до этого, когда делала укороченные ряды, я провязала вот две петли. Вот у меня тут третья укороченная петля, которая обвитая петелька. И я по изнаночной стороне, изначально я тут посчитала, чтобы у меня не был сбит рисунок, тогда, когда я уже провязала 8 рапортов узора в высоту, у нас же рапорт узора идет 10 петелек и высоту 10, 8 рядов. Я это все уже, когда здесь провязала, я по изнаночной стороне сейчас сделаю, дойду до этой петельки, сделаю здесь обвивочку, вот на этой петле, скорее всего, и затем уже буду вязать по рисунку. Давайте мы попробуем. Надеюсь, что у меня все получится. Так, здесь у нас все по рисунку идут изнаночные петельки. Ой, ниточка расслаивается, затормаживает работу. Так, вот тут у нас уже, видите, идет обхватная петелька. Вот ее мы провяжем сейчас, так, чтобы не было незаметно. Но все равно по-любому она будет заметна. Но я по этому поводу так сильно не переживаю, потому что идет ажурный узор. И за счет этого здесь у нас не будет такого прям ужасного вида. Здесь я захватила обвитую петельку и провяжу ее изнаночной. Затем дойду до того места, где у меня еще не начат узор. Тогда у нас не будет никакого сбившегося узорчика. До этой части я сейчас провяжу, до бокового, ну, где у нас будет разделение уже наперед спинку, я провяжу. Здесь то, что у меня будет чуть-чуть на один ряд сбит узор, это не так сильно заметно. Сейчас, минуточку. Вяжем все по рисунку. Маркерочки я снимаю. Так. После того, как мы начнем вязать все в круговую, вы будете уже все остальное вязать сами. Я вам просто покажу принцип вязания уже. В круговую это не так сложно. Вы вяжете один ряд, у вас идет с узором, второй ряд у нас идет уже так. Нет, я буду не прям в том месте, я чуть-чуть зайду за спинку, точнее на спинку, потому что здесь, где у меня деление, у меня здесь 3 петли вместе, поэтому, чтобы у меня не было потом тоже скошенного ступеньки во время узора, я это все буду делать здесь. Так, вот, я чуть-чуть зашла на спинку, но ничего страшного. И теперь мы приступаем к вязанию, уже у нас пойдет в круговую. Будет легче, потому что у меня здесь спица одна четверочка, а другая спица 3,5. Здесь у нас будет чуть-чуть ступенечка, но это не так страшно. Да, в принципе, даже такой ступеньки здесь не будет, потому что тут будет постоянно накид. Так, начинаем наш ряд. Лицевая. Давайте я сделаю такое обвитие, чтобы у нас не было ступенечки. Так, это обвитие нужно сделать уже по изнанке. У меня импровизация всегда приходит тогда, вот во время работы. Я всегда так импровизирую. Пробую, пытаюсь. Что-то получается, получается, не получается, не нервничаю. Так, вот лицевая. Накид, 3 петли лицевой,
3 петли вместе с наклоном влево, 3 петли вместе лицевой, накид, лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой, 3 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая, накид. В принципе, этот узор очень легкий. Если его пару раз повязать, то ты уже потом не забываешь. Главное все как бы отмечать, чтобы не сбиться. Так, накид, 3 лицевых, 3 петли вместе лицевой. Видите, я уже перешла сюда на вывязывание узора попереду. Даже если у нас вот такие кусочки лицевых, они не портят узор. Здесь потом у нас будет резиночка, поэтому в принципе ничего ужасного здесь нет. Так, 3 лицевых, накид, лицевая, накид. 3 лицевых, 3 петли вместе лицевой наклоном влево. 3 лицевые. Так, накид, лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой. Сейчас я вам покажу до того места, где у нас уже есть этот узор. А затем вы все будете вязать сами, только чередуя раппорты узора. Потому что изнаночная сторона, которая вяжется по рисунку, когда мы вязали поворотными рядами, тогда в круговом вязании вы просто все вяжете лицевыми, без никакой изнаночной петли. Все идет в лицевая петелька. Так, 3 петли, накид, лицевая, накид, 2, 3. 3 петли вместе с наклоном влево, 3 петли лицевых, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 петли лицевых, 3 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевые, накид, это я уже убираю. Лицевая, накид, 3 петли лицевых, 3 петли лицевых с наклоном вместе с наклоном влево. Сейчас. Так, 3 петли лицевых. И вот то место, где уже у нас начинается рисунок. Видите, никакой рисунок, здесь скос и сбой рисунка не произошел. Убираю маркерочки, делаю накид, лицевая, и продолжаем по кругу нужную вам длину, которая вам нужна. В моей версии я провяжу здесь, наверное, 4 раппорта узора. А потом буду делать горловину, вывязывать горловину и уже вязать полочки и спинку. А потом уже буду вывязывать рукава. Но вы делаете уже сами. Вы можете связать полотно очень длинным и его как бы... по вашему желанию вязать. У меня-то идет модель именно та, которую я вам указала изначально, поэтому вяжем... прям так, как я сказала. Здесь теперь самое легкое. Один ряд узора. Второй ряд считается у нас изнаночным. Его вяжем только лицевыми. Третий ряд по узору. Четвертый ряд у нас, как обычно, это считается изнаночный ряд, но мы вяжем все лицевыми. И так мы будем 8 раппортов продолжать. Потом все изначально идет вот. Вы не запутаетесь. Очень удобный, очень легкий рисунок, но красивый. И сейчас у меня, видите, какой росточек здесь появился. Сейчас его очень плохо видно, но когда я свяжу сюда резиночку, вот
вот такого варианта. Здесь все равно будет подлиннее. Так что тот, кто оденет такой свитерочек, он будет блистать. Ну все, дорогие, продолжайте вязать, а я вас, к вам подключусь уже, когда буду вывязывать пройму и горловину. Я провязала 3 раппорта узора. Вот, 1, 2, 3. 3 раппорта узора. Разделила полотно на перед и спинку. На спинку у меня осталось 109 петелек. Я, чтобы не сбить рисунок, сделала так. 109 петелек я оставила по спинке. 111 я решила оставить на перед. Но сейчас я вот думаю, что вот у меня вот спинка, вот у меня перед. Я сейчас на пройму оставлю таким образом. Сейчас сразу же отмечу, чтобы не запутаться. Я оставлю для моей проймы 9 петелек. 9 петелек это у меня потом уже будет по пройме. И я когда уже буду вывязывать рукав, я захвачу эти петельки и буду уже этим узором вывязывать. Потому что у меня здесь уже полноценный узор и сбиваться ничего не будет. Будет все в идеале. Сейчас с вами здесь я также отмечу по этой стороне. Так. Здесь у меня начинается начало как бы ряда. Так. Отмечу. Чтобы не провязать случайно. Так. Сейчас я это провяжу. Те петельки, которые надо провязать. Все. Это у меня будет для проймы. Все. И теперь мы вяжем наш перед до этого маркера. Я покажу вам закрытие. Сейчас у нас начинается узор. Вот. Одна лицевая, накид, 3 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Это первый раппорт узора. 3 лицевых, накид, лицевая, провязали первый раппорт узора. Так, сейчас я буду это делать молча. Ой. 3 лицевой. Так, у меня выпал маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, правильно. И сейчас у меня будет закрытие петелек. Я должна закрыть на горловину 19 петелек. 1, 2. Петельки не затягиваем, так как это хлопок. Поэтому возможно, что... чтобы горловина у вас не стянулась. Закрываем 19 петель.
горловине мы закрыли 19 петель. И сейчас я буду делать за камерой, вывязывать полочку, но когда я приду обратно на лицевой ряд, я закрою 3 петельки, вот 3 петли, считая с этой, это вот будет вот так. 3 петли. Сейчас, давайте я вам покажу. Ой, сейчас. Здесь я уже узор вывязывать не буду, чтобы все равно тут я же могу испортить, поэтому узор вывязывать мы не будем. Мы не будем делать ни убавки, ни прибавки, ничего убавлять и закрывать не будем. А уже с этого маркера мы начинаем наш узор. 3 лицевых, 3 петли вместе лицевой и так дальше. Я довязала лицевой ряд, дошла вот до проймы нашей, где я отметила маркерочками, и буду вязать теперь по изнаночной. Все вяжем по рисунку. Я провязала 9 петелек, и последнюю я никогда не провязываю, чтобы у меня не было ступеньки. И уже здесь я закрываю 3 петли. Так, 1, 2, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, вот. Вяжем без накидов, а здесь мы уже вяжем все, как у нас указано в рапорте. Изнаночная сторона. Изнаночную вяжем по рисунку. Я провязала изнаночный ряд и также оставила одну петельку на правой спице. Закрываем нашу горловину. 1, 2 и 3. Почему я не довязываю последнюю петельку? Тогда у нас нету вот такой ступеньки, не получается. Когда ты закрываешь, у нас нет бесступенчатое закрытие получается. А потом, когда я буду на горловину набирать петельки, я просто сюда буду вдевать. И отсюда не с этой дырочки, сейчас покажу. Не отсюда я буду вытаскивать петельку, а вот из этой петельки, вот из этой петли я буду для воротника вытаскивать петельку. Все, вяжем дальше. Давайте будем провязывать без моего участия. Провязала изнаночный ряд, также вот моя петелька, и теперь мы закроем по 2 петли. 1, 2 и вяжем дальше. Так. Так, я провязываю, уже почти провязала изнаночный ряд, и вот моя последняя петелька. Сейчас мы делаем такое закрытие. Убираю нашу петлю. А, нет, я должна была одну закрыть. Вот я закрыла нашу последнюю петельку. И теперь мы вяжем просто чисто. Это будет считаться у нас за кромочную. Теперь мы вяжем все по рисунку. Так, начинаем новый раппорт узора. И теперь все вяжем по рисунку, все вы это будете вязать без
меня. Мы с вами встретимся уже почти тогда, когда я буду делать плечевой скос. И покажу вам, что у нас получилось по горловине. Я довязала один рукав. Хочу показать вам, как я набирала петельки по этому рукаву. У меня здесь все связано. Сейчас я вам покажу, как я набираю петельки для рукава. Мне надо на рукав набрать петли 70 петелек. Это, считай, вот эти петельки, которые я сняла на подрезы. Так, 2, 4, 6, вот 9 петелек. Значит, я должна еще набрать 61 петлю. Так, буду я набирать. Где у меня четверочка? Вот, на четверку. Снимаем с ниточки наши петли. И начало ряда у нас будет именно с подрезов начинаться. И сейчас я покажу, как я набираю петли. Нам надо набрать 61 петлю. Так. У нас сейчас будет начинаться узор. Здесь у нас уже как бы провязано. И чтобы узор у меня не сбивался попереду, я буду ниточку правый рукав набирать именно не провязывая снятые петельки, а буду набирать рядом. А левый рукав я уже провязывала, чтобы у меня узор не сбился, я провязывала набранные петельки от подрезов. Потому что тогда уже бы этот переход на узор не сбивался бы попереду. Но это не важно. Вы можете провязывать так, как вам удобно. Так. Поднимаем петельки мы таким образом. Один. Видите, здесь у меня вот такая кромочная. Если я ее захвачу, у меня будет дырка. Поэтому я беру здесь. Так как у нас узор ажурный, это не так прям страшно смотрится по рукаву. И вот уже здесь у меня, видите, вот такая у меня петелька двойная. Я захватываю две петельки, две ниточки вместе и беру петлю. Вот между. Чтобы на спице оказалось две вот эти, ну, а целая петля кромочная. Вот. Обычно, когда я вижу что-то лицевой гладью, я стараюсь набирать в такие петельки, около кромочной, чтобы они тоже было красиво. Но так как у нас ажурный узор, я не смогу это сделать, потому что мне придется уже набирать в этой стороне. Сейчас я наберу и покажу, как у меня это получилось. На данный момент у меня на спицах 64 петли. Это я набирала в каждую кромочную. У меня вышло именно такое количество. И для того, чтобы набрать именно 70 петелек, сейчас я провяжу вот этот ряд, лицевой ряд, просто лицевыми петлями. И доберу 6 петелек путем прибавок между петельками в 6 местах. И у меня будет общее количество 70 петелек. Как я это делаю? Я изначально рисунок, который находится у нас на подрезах, я его не буду вязать, потому что у меня идет просто лицевой ряд. Даже если у меня тут чуть-чуть собьется рисуночек, это не так страшно. Вот я вяжу подрезы. Теперь вот здесь, где я набирала, придерживаем ниточку и вяжем лицевые ряды. Но запоминаем, я по одной стороне сделаю 3 прибавки и по другой стороне сделаю 3 прибавки. Поэтому вяжем. И видите, вот в таких местах я нахожу вот просто вот такой как бы узелочек. Это такая как бы петля
межкромочная тоже, и провязываю ее, скрещивая одну прибавочку. Ее потом видно не будет во время вязания, но зато у нас будет полное количество 70 петель. Вот опять-таки я беру вот такую поперечную петлю, это уже вторая прибавка. Сейчас ближе к плечевому шву подойду и сделаю прибавку там же, третью. И тогда у нас с двух сторон будет одинаковое количество петель. Сейчас, минуточку. Вот. Три. Также вы делаете три прибавочки по другой стороне рукава. Я провязала один ряд лицевыми, дошла до подрезов и делаю так. Я провязываю эти петли узора просто лицевыми. Так, раз, два, три, четыре, пять. И вот у меня вот здесь, так, пять, шесть, считай, семь. Здесь у меня вот эта петелька идет как бы основной узор. И отсюда я уже начну, ориентируясь от этой петли. Вот видите, я здесь, она вот у меня идет. Сейчас, минуточку, как бы вам это показать. Вот у меня вот эта петля, основная лицевая петля узора, вот идет вот такой полосой. И ориентируясь по этой петельке, я сейчас начну делать первый раппорт узора. Я отмечу это дело маркером, чтобы потом не путаться и не сбиваться во время узора. Лицевая, накид, 3 петли лицевых, 3 петли вместе с наклоном влево. Все вяжем так же, как вязали свитер. 3 петли лицевых, накид, лицевая, накид. Я для чего это вам показываю? Я хотела вам просто показать, что у нас вот перед изделие, а начали мы по спинке раппорт узора. Поэтому, когда я сюда приду, у меня не будет здесь такого никакого сбоя, у меня это все уйдет в подмышку. Поэтому и как бы узор, где стык будет, да, он будет на задней части рукава, и это не будет так сильно заметно. Вот, я хотела показать именно этот способ. А дальше мы вяжем все по рисунку. Здесь идет первый ряд, это раппорт узора. Второй считается изнаночный, значит, все по рисунку. И так чередуем. Чередуем 8 раппортов. И вяжем мы до манжета 106 рядов. Без убавок, прибавок и ничего мы не делаем. Вяжем чисто по рисунку 106 рядов, а затем убавляем наш рукав на спицах номер 3,5. Убавки делаем как? Я когда приду к этому месту, я вам это засниму и покажу. Мы должны наши 70 петель убавить до 48. Я все это потом уже к вам, когда я это все довяжу, покажу. А резиночка у нас будет 20 рядов. И по обвязке горловины, и по низу тоже я хочу все связать резинкой 20 рядов. Чтобы набрать по низу изделия петельки, мы переворачиваем полотно. И вот наш наборный край. Вот, это вот петли наши первые, и потом вот изнаночный ряд. Мы с первого же провязали изнаночный ряд, и теперь перевернув полотно, мы петельки набираем по низу. Вот наш наборный край, и я набираю петельки в таком варианте. Видно вам? 1, 2, и это у нас будет резинка 2 на 2. Вот.
И тогда, когда переверну в полотно, у нас так. Перевернув полотно, у нас получается вот здесь такая изнаночная кромочка, изнаночная полоса, и будет очень даже красиво смотреться. И будем вязать резинку 2 на 2 вниз. Все, дорогие друзья, я закончила вязать вот такой красивый джемперочек, укороченный вариант кофточки, не хуже, чем у Кучинелли. И хочу вам показать, что я в конце видео вам показала, как я набрала резиночку, вязала сверху вниз, и также как на вороте, я провязав здесь, сейчас скажу я, на ворот я набрала 132 петли, сперва провязала один ряд изнаночными петлями, и дальше я вязала 16 рядов серой вот пряжей, и 17 ряд я уже провязала вот этой голубенькой и закрыла иглой. А по низу я набрала 220 петель резинки и вязала также, ну здесь я провязала 17 рядов серым цветом, а потом 18 ряд я провязала голубым и закрыла также иглой. Вязала я изначально здесь, я набрала на спице 3,5, вот по горлышку я набрала 3,5, а уже потом, дойдя 10 рядов провязав, я перешла на спицы номер 3. И у меня вот получился вот такой красивый ворот, и получилась вот такая резинка по низу. Набрала я специально таким методом, чтобы у меня получилась вот такая, такой край красивый, типа изнаночными петлями провязано. По внутренней стороне смотрится все вот так. Надеюсь, мой мастер-класс вам понравился. Все, думаю, более-менее понятно. Поэтому по рукаву я также... Вроде я не говорила, как я его вязала. Так, рукав у меня состоит из 70 петель. До манжета я вязала 106 рядов. Убавила на резинку, у меня оставила 48 петель. Но убавляла как? Я вязала 2 лицевые, потом вот 2 лицевые я без убавок вязала. А когда надо было провязать изнаночные, я из 4 петель делала 2 изнаночные. Значит, 2 петли вместе провязать одну изнаночную, 2 петли вместе одну изнаночную, и вот это все чередовала 2 лицевые по одной петле, потом 4 петли сократить до 2 и связать изнаночными, и у меня получилось 48 петель. Вязала 20 рядов резиночкой, закрыла иглой, спицами 3,5 вязала. Вот. Думаю, вроде я все вам рассказала. Сейчас я скажу, сколько весит мое изделие. Вот такое тяжелое, конечно, получилось изделие, но думаю, оно стоит того. Если вязать из полушерстяной пряжи, будет вообще суперски. Но так как я хотела, чтобы изделие было такое, как бы не воздушное, а наоборот более такое весомое, решила связать из газал. Baby Cotton XL. Надеюсь, что мой мастер-класс вам понравился, поэтому пишите ваши добрые комментарии, ставьте пальчики вверх и вяжите свое удовольствие. Всем пока!